По традиции, в День независимости на торжественное заседание собирается парламент. Не только действующие депутаты, но и бывшие политики и иностранные дипломаты. Торжественное заседание Сейма началось с минуты молчания в память о жертвах терактов в Париже. Выступая с речью, спикер Инара Мурнеце затронула тему безопасности в связи с событиями во Франции, а также в Украине. И отметила, что Латвия живет во времена подъема патриотизма. Безопасность государства – это мы сами, гигиена нашей банковской системы, энергетическая безопасность, поток денег. Важно быть самокритичным. Спросим себя, признаем ли мы открыто, что за деньги неизвестного происхождения может быть куплено влияние, может быть куплена политика. То, что полмиллиона евро, которые вдруг оказались в руках главы госпредприятия и происхождение которых он не может доказать – это вопрос государственной безопасности. Вопросом госбезопасности является также закупка самолетов, связанная с укреплением военного комплекса России. Помимо действующих депутатов Сейма, в торжественном заседании приняли участие президент страны, члены правительства, бывшие депутаты Верховного Совета и иностранные дипломаты.